Новый ковид-госпиталь в Тольятти открыт. Подобные медицинские сооружения по указанию Дмитрия Азарова начали появляться в Самарской области одними из первых в стране. В Тольятти модульный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 был построен в сжатые сроки. От принятия решения губернатором о начале строительства до приема первых пациентов прошло меньше полугода. Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочего визита в наш город проверили оснащение нового ковид-госпиталя и готовность к приему пациентов. Система здравоохранения очень сильно перевооружилась в последнее время. И один из таких важных блоков – это диагностика инфекционных заболеваний. Правительство выделило более 5 миллиардов рублей для того, чтобы выстроили новые лицензионные правила по диагностике инфекционных заболеваний. И сегодня в каждом регионе формируется мощная лаборатория по диагностике практически любого вида возбудителя. Мы открыли подобный модульный корпус на прошлой неделе в Самаре. Мы открываем сегодня здесь, в Тольятти, в самом большом ковид-госпитале региона. Мы строим, и вы знаете, завершим до конца года инфекционный корпус в Сызрани. Мы приступили к строительству инфекционного корпуса в детской инфекционной больнице в Самаре. И здесь до конца года, в соответствии с достигнутой договоренностью с Федеральным медико-биологическим агентством, еще один корпус появится. Новый корпус включает в себя приемно-диагностический блок, стационар на 50 коек, а также отделение реанимации на 20 коек. Каждая палата представляет собой инфекционный бокс с индивидуальной системой вентиляции, санитарной комнатой, оснащенной душевой, наличием предбокса. Дмитрий Азаров поблагодарил за внимание к Самарской области министра здравоохранения и федеральное правительство. На протяжении вот всего этого периода, очень непростого периода для всех нас, борьбы с новой коронавирусной инфекцией, Михаил Бедович уделяет самое большое внимание нашему региону. Михаил Бедович, благодаря вашей поддержке, благодаря поручениям президента, сейчас одновременно на территории Самарской области или уже построены, или строятся 5 инфекционных корпусов. В ковид-госпитале всем поступившим больным будет проводиться компьютерная томография, обследование органов грудной клетки, а также ультразвуковое исследование сосудов. После осмотра пациента и установки диагноза в зависимости от тяжести состояния больной будет госпитализирован в инфекционное отделение или в отделение реанимации и интенсивной терапии. Иван Шумилин, Владимир Никитин. Новости Тольятти.